Совет Безопасности разрешил въезд в Южную Осетию и выезд в Грузию жителям населенных пунктов Ленингорского и Дзаусского районов. Решением Совета Безопасности в местах пересечения государственной границы Роздахан и Перев будет установлен режим работы с 9 часов утра до 7 вечера с 20 по 30 число каждого месяца. Пересечение государственной границы будет осуществляться по специальным пропускам. Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Ленингорского и Дзаусского районов, ходатайство администрации Дзаусского района, ходатайство депутатского корпуса, в частности депутата Ленингорского района Дряева Зазы Нударовича, Совет Безопасности рассматривает вопрос въезда в республику Южная Осетия и выездов в Грузию жителей населенных пунктов Ленингорского и Дзаусского района в республике, указанных в приложении номер 1 постановлению правительства Республики Южная Осетия за номером 119 от 23 ноября 2010 года с 20 по 30 число каждого месяца через пункт пропуска Роздахан и пункт пропуска Перев. Пункты пропуска в Ленингорском районе Роздахан и Перев в Дзаусском районе были закрыты на довольно продолжительный период. Жители этих населенных пунктов не имели возможности выезжать в сопредельное государство с февраля 2020 года. Роза Тедеева, Джонни Техов, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.